is Leo Gerian. Заслони луну, омой ее кровью Аписа. Липкая от крови. О! Липкая от крови. О! Жуткая вонь. Огнем своим. Обугленная, но все равно понятно, что это великая мать. Амон хранит меня. Спасибо, Нек. Ты спас меня от гнева владыки. Владыка Фив, жалкое зрелище. Жрица хочет вернуть дары, неважно в каком состоянии. Утопи отца в слезах своих. Грязные торгаши, вы, лишающие надежды, вы зараза, Фив. Все так,
но я нашел вора и дары. Он украл их для приспешников Эхнатона. Фараона-отступника? Преступники мертвы? Приспешник, да. А вор упал, когда убегал из храма. Ты найдешь его неподалеку. Эта болезнь заражает всех, кого касается. Спасибо, Байек и Сивы. Пусть свет озарит тебя. Да благословит тебя незримый. Помогите! Thank you.
пути. Ход опять на шер. Ах, сейчас! Эй, ты! Промри! Надо действовать аккуратно. Thank you.
Позже. Это Аква Ти, Тиа Унтун. Нью, здравствуй. Здравствуйте.
хорошо охраняется. Что ты? На куски. Помогите! Назад, дети Себека! Возвращайтесь в воды хаоса! И тебе удалось сюда залезть? Амон дал силы своему бедному слуге. Как иначе я мог уйти от сыновей Яростного? Но все это зря. Я бросил своего друга. Еще одного жреца Бога Истины. Я избавлюсь от них. И тогда ты все расскажешь. Да! Прогони их! Богу гнева не понравится, если ты прольешь священную кровь. Прогнать крокодилов? Я... Жди здесь. Вижу врага!
Дайте пройти! Спускайся. Стой, не нужно. Видел прыжок? Исток сена. Его точно сотворил ОМОН, чтобы смягчить мое падение. Конечно. Итак... Что жрецы ОМОНа делают так далеко от Фив? Брат, не хочу тебя пугать, но... Мертвые фараоны... Они ходят! Это я слышал. Мы с Уносом должны были провести ритуал в честь ОМОНа и избавить эти земли от проклятия. Но по пути на нас напали разбойники. Стыдно признаться, но я бежал без оглядки. Без него? Думаешь, они убили Уноса? Святые перья, они убили Уноса! Успокойся. Я найду его. Мы шли на вершину горы. Я отправлюсь туда. Да спасет его ОМОН. Держись, Унос. Почему разбойники не боятся ОМОНа? Ты!
Хорошо держит ухо востро. Ради этого, Амон, ты не собьешь меня с пути, брат. Унос? Великий Амон, ты меня знаешь, а ты не мираж? Мы разве в пустыне? Нет. Твой друг Сап отправил меня сюда. Я провожу тебя к нему. Нельзя оставлять статую Амона в их грязных руках. У меня есть план спасения. Нужна свежая тушка кролика, веревка, одежда разбойника, фляга вина и... Я найду статую. Сап тебя ждет на месте ритуала. Ты уверен? Ведь тот даровал мне великое знание и... Иди! Разбойникам нужна была статуя. Они решили, что Амон защитит их от проклятия. Готово. Без дохлых кроликов и маскировки. Что?
ним! Эй, что? Что? Убью! Не привлекать внимание. Сюда меня не пустят. Но! Да.
Что? Эй, что? Подрезай, с нерады! Все твои проблемы, взмахомище! Орел! Вижу врага! Выпущу тебе! Может, горный козел или... Несущий. Великий Мираж вернулся! Статую нашел? Да, но беды с животными никуда не делись. Отпрыски Сехмет будут точить когти о наши кости! Всего лишь стая голодных львов. Но у меня есть план. Нужен шпагат, охапка сена, лопата, чтобы вырыть яму и... Будьте здесь и не шумите. Ты убил львов! Тебя и правда направляет гнев Ра! Пора начинать ритуал!
Бата, Хэри тут. Душа, ты пришел забрать меня домой? Скажи Аннену, что я не оставлю брата. Аннен не посылал меня, но женщине здесь находиться опасно. Разбойники, солдаты. Пусть попробуют напасть. Это был стервятник, осквернивший гробницу Ранафера. Что-то пропало? Он пропал. Гробницу осквернили, а тела украли. Еще исчез корабей, его оберег. Я найду тех, кто сделал это. Его мастаба на вершине Некрополя. Но почему ты помогаешь мне? Баек. Человеческой Ка не место в песках. Так поется в древних песнях. Меня зовут Рая. Я вернусь в деревню и буду ждать тебя. Они разграбили гробницы фараонов, а теперь тревожат наших братьев и сыновей. Церемониальная ткань. Они забрали тела, но куда? Ранафер был бальзамировщиком, готовил к путешествию в Дуат. Что не украли, то уничтожили. Клеймо кузнеца. А, внутри круга. Кузнец в Сет-Маат. Это не его клеймо на рукояти молота. Они проломили стену молотом. Деревня далеко, грохота никто не слышал.
Рая, я искал кузнеца. Его заковали и отправили в крепость. За что? Я пришла рассказать ему о твоей доброте и нашла их указ. А что ты хотел от моего мужа? Гробницу твоего брата разрушили молотом. Рукоять — это клеймо Аннена. Думаешь, он? Не может быть. Ранафер был мне родня. Но зачем им невиновный? Баек, ты же не наивный теленок. Солдаты заботятся только о собственном благе. И отбирают все у наших предков. Я докопаюсь до правды, Рая. Да поможет тебе Амон. Солдаты арестовали кузнеца и отвели в свой лагерь в долине царей. Thank you.